В пресс-службе МВД России сообщили о присвоении очередных специальных званий руководителям подразделений в соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 февраля 2021 года. В сообщении говорится, что звание генерал-майора внутренней службы присвоено заместителю начальника ГУ МВД России по Московской области Андрею Михайловичу Зеленову. С присвоением высоких званий офицеров поздравил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Товарищи генералы и офицеры, еще раз поздравляю наших коллег, удостоенных высокого звания, с этим знаменательным событием в их жизни. Ну и, конечно, всех поздравляю с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. Желаю вам всем счастья, благополучия и успехов на благо нашей Родины.